Быть совопросником до старости глубокой, не знать ответы те, что проще нет, не ведая, что мудрости живейшие истоки сегодня может выдать библейский интернет. Вопросы тьма и умны две в придачу. У православных больше о покойных. Чуть что по Библии и канонада сдачи. Евангельскую притчу не выдержит спокойно. Вопрос задать умеет тот, кто жив. Он о живом трепещет при незнании. Считая древние, ворочая крижи, берет с ушедших, как бы взаймы взимая. Ответы в Библии, в канонах у отцов, прилежно отшлифовывай, раскладывай по полкам. И современность нашу опыляй пыльцой. В старых убеждениях проводи прополку. При нашей немощи, забывчивости тяжкой, всеобщей жалобе проблуженным мозгам, не с кораблем, за знанием, с одной дырявой чашкой, в которую крупицами приходится плескать. Границ незнания не ведает любой, и потому вопросов истинных не ищут. За икой спотыкается и в предложениях сбой. Довольствуется падалью и лучшего не ищут. Быть осчастливленным кому-то все же повезло. Он утром ранним с Библией в обнимку. В руках его и рули ни одно весло. И не искать ответ считает непростимым. Наш первый разговор покажет, кто есть вор. Обкрадывать себя молчанием так сподручно. И мать не разумеет, что у дитя запор. Без возрастания водить обречены за ручку. Ищите Царство Божие и правды этой. Ответы по Писанию старайтесь разузнать. По-староверчески не околеть бы в клетке. Пустопорожний взгляд. День. Лень налагает знак.